Дверь открывается на себя. Если что так. Всем привет, с вами Фрост и Парниша, и мы продолжаем наше крысиное выживание в роли Халка. Что Дверь, ну, на себя, ну понимаешь, на себя. О, сенсей, я люблю сенсей. Халк бить сенсей. Давай свой фирменный Халк брать еду. Так, надо поставить, у нас накопилось вот немного сыра, вот. Сырок. Сырок, немного сырка надо поставить. Так, у нас уже полностью забит один ряд. Сюда, не знаю, надо ставить сюда, нет? Так, это что, другое или что-то левое? Сюда, понятия не имею, надо ставить сюда. Ну, ладно, будем ставить, да, вот сюда. Давай скорее ко мне, сыр. А. Да подожди, ты я что? Ставлю сыр. Я ставлю много сыра. Подожди. Будешь ему поклоняться? Да, будем поклоняться сыру. Мы ж крысы, нет, мы его сожрём. Никому не поклоняется. Сожрём. Халк поклоняется. Кому? Нет, лучше беги. Ой, вы так добры. А, да не меня же! Я думал, на тебя идет. Ты что там? Дай, да что ты, иди в это самое. Так, ладно, все, проваливаем отсюда. Бежим отсюда, бежим. Мы остановились на том, что собирались идти куда-то. Мы собирались идти на кухню. Халк, ну ты как-нибудь это, ступеньки поломаешь, да? О, арбузики! Я тут закрыл передо мной, у меня и так лаги. Почему я не могу ее открыть? Потому что Халк. Но я тогда и тупо ее выкупаю. Ой, оставь дверь, ты тупой Халк. Тут скелеты. Ну у нас тут это самое. Ты ж Халк. Ты ж магёшь. Но я все их, я там... О, не, все. Тихо, спокойнее. Во, парень, полегче. Халк, полегче. Тут опять твой зеленый брат идет. Пошел он отсюда. Давай, до свидания. О, ты куда опять побежал без меня? Вообще, тут арбуз, у нас слишком много. А, так где у нас на кухне? У нас, наверное, там кухня-то, нет? А, ну да. Просто у нас есть своя крысиная кухня, есть нормальная человеческая кухня. Так, не сидится ровно. О, тихо. Я забыл, кстати, кое-что сделать. Сейчас мы немного попозже вернемся. Так, тихо. Зеленый. Оба. Да на меня. Оба, зеленый, оба. О, зеленый. Что вы можете сказать на это? А, нет, не надо так говорить. Ну, не надо было так делать. Ладно, сейчас вернусь. Все, я вернулся, и я смотрю, уже вечерело, и Халк злой. Халк разгромил дом, говорит, кто-то ломает нам дверь. Ну ладно, Халк уже сломал нам дверь, там уже ломать-то нечего, ты уж все я двери сломал. Разника, ну. Ну давай, Халк убить, моль! Моль, Халк, на моль, быстрее, моль! Моль, Халк, паутина. Не показалось, или Петрович на меня упал, или что-то кто-то сверху упал. Ладно, бежим на кухню, будем крысить все, что... плохо лежит, а? Пока что надо перекусить арбузик, сочный арбузик, вах, как арбузик. Кстати, я забыл сказать, что Халк меня кинул на стейк. Помните, я корову убил, из него было два стейка, он мне только один вернул. Говорит, подошел к печке, говорит, Халк, брать еду, и забрал мою еду. Я из него еле один стейк выбил. Вот такая вот, с такой вот рожей меня смотрит, говорит, найн, не дам стейк. Стой. Вот этот вот стейк? Да, дай сюда его. Ну я его блюдо. Попозже его съем. Блюдок, мою корову, я за мясом этим охотился. Он меня кинул на стейк. Так, куда мы сначала лезем? Сначала лезем на... Ой, скелеты. На табуретку. Кстати, я знаю здесь... О, я вижу сундук. Так, Халку не... Халку не давать, нельзя ему. Ему нельзя сундук, я вижу сундук. И, скорее всего, там будет какая-то опять фигня. Ай, не надо по мне стрелять. Ай, блин, я булыжник свой, кстати, выложил. Зачем, не знаю. А зачем? Я не знаю, зачем я его выложил. Чтобы, ну, чтобы было, просто да? Место. Чтобы не было, да? Ой, я вижу скелет, я не знаю, помочь тебе или как там. Ну ладно, я не буду тебе помогать, потом... О, ну ладно, скелет. Скелет, ну... Я пытался тебе помочь, я, честно говоря, пытался тебе помочь, но не успел. Ну ладно, ты же Халк, сам разберешься, помочь. Я вообще лучше убил, да. Воу. Представляешь, что здесь нашел. Тут алмазный сет, алмазные инструменты и куча еды. И табурет. Ну ты не забывай, что у меня есть лук. Я уже забрал все. Не забывай, что ну, я могу что вот там туда... было? Ну, алмазные инструменты и лук. Ну я... Ну ладно. Да ладно, там были одни зелья и все. Ты немногое потерял, всегда табурет какая толстая, качественная табуретка-то. Не, наша советская. Я уже на столе, кстати, можешь воспользоваться своими этими... Ну, короче, вот эту фигню, которую мы из Эндера убирали, жемчужные Эндера. А, хотя нет, табуретка. Можешь ей прыгнуть, да. Табуретка. А что будет, если я ее подожгу, а? В окно. О, нет! Вот туда вот, вот так вот. Табуретка. Как думаешь, что будет, если я ее подожгу? Ну, да сгорит вся карта к черту и бабушке, ты понимаешь? Что это, блюдце? Так, это блюдце. Я ж фанатик. Да не надо по... О, я вижу куча железа, ты видишь, вот заживем теперь. О, губка. Губка, я вижу губку. Ну давай, я тебе, смотри, короче, жду. Я пока буду, ну, охранять эту табуретку. Да залази сюда, телепортируйся, здесь целая куча всего, здесь раковина, дверь... А, нет, зеленый!
Еще один зеленый. Нет! Не надо! А, их там смотри двое. На ту сковородку. На ту сковородку с антипригарным покрытием. Спарта! Нифига, он у тебя улетел. Смотри. А видишь ту сковородку? Такое? Видишь ту сковородку? Видишь, сколько там железа? Я, кстати, вижу, сундук. Где? В кастрюле. Ну, нет, кастрюле? Там стекло и там какая-то таблица. Там губка. Полезли сначала туда. Полезли, докопаем железо. Кстати, копать. Ну, точнее, чем строить. Да ты задавал каждую серию мне клянчишь, чем строить, чем копать и так далее. Все тебе принеси, да подай. Ты Халк, ты обор сделал, что ли? Ты сам должен я все мне подносить. Я тебе потом дам, не бузи, я тебе потом дам. Ты хватит выкладывать перед каждой серией, блин. Чистит место, ты посмотри, сколько здесь железа. Ой, а тут только паутина. Зачем тебе паутина? Вот. Блин, короче, сенсей в воде, еще в паутине, у него вообще безысходность. Опа! Да, не, ну... Хедшот. Смотри, сколько здесь железа, иди сюда. Я хочу подняться по вот этому вот. Слази пока за сыром. Давай за сыром. Я пока копаю нам железо, ты пока сгоняй за сыром. Давай за сыром. Халк за сыром! Халк брать сыр. О, Халк брать сыр. Ты зачем на кран полез? Ты крыса. Ты зачем лезешь на кран? Все в порядке. Да? Ты уверен? А я вот так не я за беспокоюсь, понимаешь? Халк он блудный, он не может себя контролировать. Ковинис пруды. Че? Че они там забыли? Кто? Сквидвард, да что они там забыли? А, так они же, они это самое, они... Ну понимаешь, им скучно, они теперь вместо посуды там валяются. Они, да им вечно делать нечего, они постоянно всякой фигней занимаются, как ты, например. Только давай полегче, не надо по мне стрелять. О, я могу по тебе стрельнуть. Ладно, я не буду. А то я ведь тоже могу. Нет, не можешь. Сумею, короче, портануть к себе, а там я тебя уже скину. Найн! Ну я сейчас копаю тогда железо и скину тебя. Найн. Ну ладно, ты ж Халк. Все можно, думаешь, ты. Да, я развею твой миф. Сколько тут уже железа? Сколько я уже накопал железа? У меня аж 21 железо, представляешь, сколько это? Вот заживем, ты представляешь, сколько железа. Ну ладно, даже на броню на целую. Халк, все, отожми. Хрен тебе. Все, отожми. Вот, 25. О, еще железо, 26. Считаем вместе, 27. 28. 29. И... Черт! Обломали. А губку да у нас, значит, сырок. А, не, вон что-то валяется. 29, черт! Все равно обломали. Не удалось. 30 не так, получилось. Тихо, ну тихо, ладно, тихо. Если что, вдруг так, хватит. Так, не палимся. Да черт, ладно, там совсем я уже сундук на половнике. Топором, да? Ладно, не лень, вон там. В каком половнике? Скажешь, что мне там? Да где я? Да на половнике. В каком половнике? Вот, я тебе помечу. Вот, видишь, вот здесь. А, я даже не заметил. Ну ладно, сейчас глянем. Сейчас по-быстренькому сгоняем. Халк, спасибо. От Халка есть теперь хоть какая-то польза. Я надеюсь, ты не собираешься, как только дойдут, телепортируешься, укорешь на сумму, да? Да нет. Да черт, опять дурацкие эти зелья. Что у нас? Ну, я в следующий раз тебя скину, если так сделаешь, упырь проклятый. И что там было? Да зелья, дурацкие зелья. Хочешь, отдам тебе все эти зелья, они мне реально мешаются. Мгновенное лечение. Ну, нормальные зелья, конечно, но они мешаются. Они занимают слишком много места. О, я вижу, Халк учится летать, да? Но не удалось, видать, да? Не удалось. Так, только это самое, не вздумай. Нет, погоди, я где? Я потерял, вот все. Да хватит телепортироваться, я не могу строить из-за тебя. Вот, молодец. Халк, молодец. Еще стрельнуть по тебе, ну ты опять как обычно. Начнешь себе тут выкомаривать, а то последняя серия. Правду писали про тебя, что... А, нет, это уже была не последняя серия, поэтому не буду говорить. А то перепутают что-нибудь опять. Что там писали? А, да что-то быдло. Ага, на то все время первый-то вот, начинает. Ну что, люди правду пишут. О, нагрудник! И опыт, целая куча опыта. Мне нужен. Ну, у меня почти убиты, кстати, меня почти. Так, да, невесомость, прочность, защита, прочность. Невесомость, прочность. Защита, прочность. Ладно, у меня нагрудник лучше, поэтому я пожертвую так, тебе. Просто, ну... Иди сюда, сейчас я тебе это самое подарю нагрудник. Не вот не вздумай по мне стрелять, то я тебе не подарю ни за что никакой нагрудник, эмоции, и останешься понимаешь? С носом. Зеленым огромным носом. Оба, банзай! О, Сквидвард! Оба! Черт, я застрял в паутине. О! Так, безысходность, я задыхаюсь. А нет, я не задыхаюсь. Иди сюда, прыгай сюда. Да я как бы не допрыгну тут вообще никак. Ну тогда. Давай, ты ж Халк, ты можешь прыгать. Давай я тебе помогу. Но не удалось. Плохой Халк какой-то. Мало ел сегодня с утра, да? Мало кашу ел. В жару-то вообще не поесть. Эй, что так? Воу. Что здесь такое? Халк, это кусок ящика. Что такое? А там спаунер, да, просто, наверное. Ты забрал сыр? Да. Да, дай сюда! Нет. Меняю сыр на нагрудник.
Вылази, да вот меня... лестницу прокопал. Иди сюда. А, нет, уйди, паутина. Ладно, я пока порыбачу. Пока этот ворочается, я порыбачу. Блин, я забыл сделать новую удочку. Это сейчас уже совсем ушатает. Сквидерт, иди сюда. Иди сюда, Сквидерт. Черт, проклятая паутина. Опа! Черт, ладно, он плохо. Давай, давай сюда свой сыр. Обмен. Бартер, осуществляем бартер. Давай. Покажи товар. Покажи свой товар. Давай. Покажи товар. Скидывай, давай мне. Покажи товар. Да покажи вот, сыр. Вот твой товар. Кидай первым. Я тебе не доверяю. Ну я тебе тоже, значит, не особо доверяю. Давай, кидай. Давай. Давай, быстрее. Упырь. Вот так вот. Ооо, мясорубка! Меня перемололо. Да ладно, что там такое? Я тоже хочу упасть. Тоже хочешь перемолоться? Чёрт! А, это вот все. Эй, полегче, парень. Там этот самый, ну ты понял, что там. Там этот. Нет. О, спаунер, ломай спаунер. А, я слышу спаунер. Ой, там сыр. Там сыр, блин, я свой мечтаю. Сыр, где сыр. Сыр. Мой сыр, мой сыр. Погоди секунду, мне звонят, защищай. Нет, мой сыр. А, не защищу, все. Пока парниша подыхает, мы корыстно стырим его сыр. Как-то его, наш сыр. Черт, я не могу до него долезть, быстрее, пока он не вернулся. Он нас слышит, по-любому, но он нас слышит. Ладно, мы сейчас ему устроим небольшой... Чем мы ему устроим-то так? Это нам не надо, скинем пока для начала ему весь мусор наш скинем. И застроим его, как обычно, как все по стандарту, застроим его. Так, кость мне тоже не нужна, тоже все ему скинем. Так, погребенный заживо. Халк, ну ладно, Халку это не страшно, он здесь пролезет. О, решетка, я же забыл совсем, я же хотел ему ее скинуть. Что ты вот сделал, а? Ты, я... Ты кто вообще? Я кто? Да ты пес! Не пугай меня! Ну потому что нечего так делать. Вот так вот. Почему я не могу строить? Вот так вот. Потому что там полублок. Воу, полегче. Что здесь вообще такое-то, а? Что ж такое? Ты опять меня замуровал, ладно. Но вот это был последний раз. Да паркур! Раз. Эй, что меня смывает? Паркур. А паркур? Паркур меня смывает. Паркур! Паркур! Давай я тебе помогу. Ну паркур! Паркур! Ну паркур! В какую сторону-то паркур? Ой, ну ты сам подбежал, у тебя стрела в плечи. Да-да. На, ну, не давай. Надо! Ах ты! О, спасибо, давай, кстати. Давай, тебя в животе. А, о, здесь сундук! Спасибо. Да что? О, шлем! Да, как раз мне шлем был нужен. Мне тоже нужен шлем, но я тебе штаны отдал, так что мне дай шлем. А чё, у меня шлем-то вообще вываливается. На, мой старый шлем возьми, ну ладно. Я тебе дал... Ты обрел, дай... Я тебе броню дал. Всё себе забрал. Вон шлем валяется. Дай мне железный шлем. Штаны у меня тогда отобрал, теперь и шлем. Отдай мне что-нибудь. Устойчивость, прочность 3. Ну, давай мы тебе сделаем железный шлем. У меня железо 29 штук. Ну, у тебя он зачарованный. Так что у тебя все зачарованный. Так что иди ты нафиг. Нет. Дай мне шлем. Ну, давай, я знаю, где следующий лежит. Следующий тебе возьму. Дай мне хоть что-то. Да откуда ты знаешь? Да что ты здесь делаешь? Я же шел вперед. Дай мне шлем. Чего там зачарование? Ну-ка скажи-ка мне. А, взрывоустойчивость 3. Ну вот видишь, это от сенсеев. Это вообще. Да, это вот тем нахуй. Более они все время на меня нападают. Да они на меня, потому что я силен, они, так сказать, силен. Но во мне чуют своего, вот и лезут. Так что давай. Давай. Ну проверь, дай что мне... там внизу. Ну проверь, дай что мне там шлем. Внизу. Ну не знаю. Ну все, блин, уже себе захавывает. Ну най. Там какая-то непонятная фигня, там. Ну, там нет бэдер. Ничего. Давай. А, ну, давайте, короче, скинешь, посмотришь. Нет. Передашь свои ощущения. Нет. Нет. Да. Как еще? А, да черт, что ты скопал ты? Эй! Что ты сделал? Что ты меня ты бросил? Выкинул. Ты выкинул. Второй раз сам уже. Это же твои проблемы. Да ты. Все из-за тебя. Че ты за меня, ты? Ну ладно, сейчас мы найдем тебе другой шлем. Я ж тебе. Я тебе нагрудник подарил. Не все сразу, понимаешь? Не все сразу. Нагрудник в этой серии, в следующий еще что мы тебе сделаем. Например, штаны. Правда, не помню, где они лежат. Вот я шлем я знаю, где лежит. Дай мне шлем. Я вылез оттуда. Наконец-то я вылез. Отсюда выбираемся из этой белоснежной раковины. Да хватит телепортироваться, ты, блин, телепортер гребаный. Эндер дай недоделанный, а? Халк, блин, тоже мне. Дай мне шлем. Найн! Один момент, я сейчас вернусь. Дай я слежу за тобой, я слежу. Ты пес проклятый, я сейчас тебе. Иди сюда, не даешь даже время смотреть. Иди сюда, ты. Был. Дай мне шлем. Найн!
Куда дальше пойдем? О, смотри, ты потому что, блин, а, сундук, смотри, сундук. Штаны себе забрал, блин, шлем себе забрал. Ну, я думал, ты мне не отдашь штаны. Ну, уж отдал, так отдал. Кстати, почему тут сундук не раскопал? Быстрее забирай, пока Санек не видит. Быстрее забираем, забираем. Кстати, мой старый шлем. А, ладно. Мне просто тут смывает. Че, даже не хочешь посмотреть, что там? Нет. Дай мне мой шлем. Держи. Да я в сундук положил. Да-да, я ведь вижу, что он тебе стоит. Блин, нет. Назад, Халк. Халк, давай, до свидания. О, смотри. Ты видишь, что там? Я вижу три сундука в холодильнике. Четыре сундука в холодильнике. Ну там еда только будет, так что отдай мне мой шлем. Найн. Ну все, блин, ну штаны себе забрал, шлем. Ну теперь понятно, почему. Я шлем выкинул уже. Карта, она специально создана была для тебя. А, ну может быть. Но я тебе говорю, мы найдем тебе шлем, я даже знаю, где он. Ну да. Пошли сейчас туда и сходим. Ладно, все, Халк, хватит рвать на себя одежду. Вот он, видите, он уже порвал. На, держите шлем. Вот можно сказать раньше, я свой шлем выкинул. Я передумал. Ладно, держи, я себе найду себе другой шлем. Сбыдлился меня шлем. Вот вечно с Халком так. Пока скина Халка не было, он меня не раздевал, не обворовывал вообще, а тут разошелся вообще. Вот теперь я без шлема бегу. Ну ни в какие ворота ж теперь, ну ладно. Ну потому что время ты меня обворовывал. Ты все равно рвешь одежду, тебе зачем тебе броня? Давай работай теперь что тогда было? На меня. Я сейчас первый пролезу к этим четырем сундукам, и тебя это самое. На там железо. Опа! А, черт, нет! Опа! Оу! А, нет, черт! Курица. Халк. Опа! Терпел. Черт! Тау! 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 Здесь было яйца спавнены с курицу. Курица, да зачем нам курица? Ну ладно, будет нам свои яйца отдавать. Ну да, там поесть него можно выбить. Да. Кушать. Да ладно, курица на это мясо. Ты вообще о чем? Смотри, полезли на первый этаж. Ты куда лезешь опять? Это. Ну я еще вообще о чем? Так я думал, на холодильник, как бы наверх. Ну ты хочешь сначала всю дверь проверить? Мне кажется, там на ней больше ни черта нету, поэтому пока полезли вниз. А, да что такое? Пошли вниз, холодильник. Вот туда, вот! Опа! Фу. Иди сюда. Сейчас. О, здесь зелень, смотри, среди. Это брокколи или что это такое? Ну, это какая-то зеленая трава. О, здесь я как раз зеленый твой брат замороженный. Видел? Свежезамороженный зомби. Это. О, еще один. Это что, это спаржа, что ли? Что-то странное, зеленая такая зелень, какая-то замороженная. Оба! Еще один зеленый. Да они издеваются, они здесь одни зеленые. Где мой сундук? Я тебя потерял. Где мой сундук со шлемом? Где сундук со шлемом? В холодильнике, блин, на мне хочу забраться. Черт, здесь пусто. Ладно, лезем выше. Я знаю, как я заберусь. Да хватит своей. Да ты пес. Серьезно, завязывай. Пока я тебя не отобрал. Потому что мне очень долго, понимаешь, лезете, пока я долезу, пока ты ждешь, там уж долго, в общем, все это будет. Это всей шерсти, да, я как понимаю. Да хватит копать в одном месте, а? Чё ты меня тут заставляешь, а? Ну, это в любом случае, ты попал в просак. Не там, ты в другом месте. Чем строить. Чё? Я говорю, больше нечем строить, мне осталось пара досок. Ты издеваешься, что ли? На тебе стак досок, держи, попрошайка. Халк, ты должен руками прыгать, блин, я не знаю, потом рвать, верну. Метать все, да не нужны мне твои доски. Арбузы! Смотри, сколько арбузов! Это арбуз! Арбуз! Халк должен видеть. Халк не должен видеть, Халк должен работать, смотри, сколько арбуза! Yeah. Мы на всю жизнь хватит. Это один такой большой арбуз? Да, смотри, здесь есть сыр! И Петровича нет, Петровича, ну пожалуйста, ну завязывайте, серьезно, Петровича накурились опять. Я вам говорил, не надо курить, а? Сколько вам повторять это, а? Блин. Какой-то ложовый арбуз, он с шерстью, черт, ловите отсюда. О, черт, меня почти убили. Моя губка, мой сыр. Фу. Эй, а почему так мало? Мой что арбуз. За арбуз такой бракованный? Арбузик. Почему там шерсть внутри? А, черт, здесь проклятая шерсть. Базар внутри что есть? Купили этот арбуз вообще бракованный. Почему тут шерсть? Какой таджик продал этот арбуз? Черт, я чуть не разбился в этом арбузе. Черт, все очень-очень сладкий арбуз. Где есть сладкий арбуз, эй? Ладно, я немного набиваюсь, мне уж так на всю жизнь. Ну если че, потом вернемся под парни. Ну да, если че вернемся. У нас своих пока арбузов хватает. Так, а ты сыр наберу это самое, еще, да? Может, так. Ай-яй-яй. Больно падать, больно. Надеюсь, тут нет никакого этого дырки, чтобы это, так, чтобы я провалился, сверх? Да?
Опять вверх говорим? Подожди, сначала накопаем арбузов-то, да? Да я уже нормально. Черт, там не классный. А, вот шерсть. Да черт выкинул, шерсть называется. Я буду со издевается. О, арбуз. Оставь мои арбузы, серьезно. Я не шучу, не трогай мои арбузы. Арбузы это святое, нельзя их трогать, понимаешь? Можно. Нельзя. Халк, все можно. Нельзя. Фу, Халк, фу. Нельзя, фу. А там, кстати, тыква, да, я так понял, дофига. Да, кстати, надо тоже накопать тыкв. На вдруг нафига пригодится. Ну ладно, я думаю, уже пора заканчивать нам эту серию, потому что с вами был Фрост и Парниша. Подписывайтесь, оцените, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Блин, я получится копать два арбуза из-за того, что рано переменяюсь. Вот этот, вот этот скилл, да? Ты куда опять улез? Это не ты там случай? Нет, это зомби. Да я. О, не. А, этот. Я думал, скелет, думал, сейчас подстрелю этого скелета, который залез куда-то непонятно. Ну ты сам свалился. Ну ладно, с тебя и так хватит, ладно. Докапаем арбуз, идем копать тыквы и будем куда-то полез. Ты прокурись, проклятый. Это зомби. Фига, ну подбери, пока мы копаем будешь? Дыню, оставь. Ты куда-то полез, оставь, копай дыню. Помоги, помоги мне копать дыню, серьезно. И подбери тростник, может все шкафы поставить. Я чтобы вылезть. Так, скоро что выкинуть-то? Я знаю, что это тыква. Спасибо, что. О, железо. Я ж тебе скидываю. Подожди, почему тыква? Может это дыня? Ты откуда почему знаешь? Почему тогда? Это тыква. Да блин, я говорю, декорация, а не про это то, что это тыква. Я понял, что я знаю, что это тыква. Ну, тоже так не что тыква? Ой, нифига себе тут подстава. Скопай этот блок. Ну, вплотную только. Встань и скопай его. Как вот этот? Да не это... меня, я не блок. Ну да, ну это подстава пёс. Чувствуется. Эх, ладно. Что? 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 Это мод, ну ладно, не удалось, в общем. Так, зомби. Зомби, зомби, зомби. Ладно, потом с этим зомби разберемся. Пока что нам надо сгонять домой, выложить вещи или нет. Или подойдем наверх. Но... мне просто целая куча зелий, ладно, пока так будем.